Здесь звенели дворы от собачьего лая. Если кто-то чужой захотел бы пройти, высочайшим указом царя Николая для строительства храма открыты пути. Два купца, два Петра и Брунов и Копейкин по велению сердца, по зову души, отдавали строительству все до копейки, от доходов своих из заветной мошны. Пятиглавым стал храм и имел три престола. В синеве позолотой горят купола, и теперь уже слышат окрестные села, как звенят славя Господа колокола. Пять куполов, и ввысь колокольный крест, и звон малиновый разносится окрест, и жители спешат со всех сторон, чтоб голову склонить пред ликами икон, чтобы молитвы полнились уста во славу Господа, Спасителя Христа. Но радовался люд простой недолго. В России бесы рыскали, как волки. Их злобный вой всех подстрекал на бунт, готовя людям сеть железных пут. И над поруганной антихристом Россией смертельно жаля всех взметнулся рой осиный. Из ада сатана восстал и начал править злобный бал. Нам по грехам тьмы времена настали, и многие тогда Христа предали. Со злобной усмешкой ломали престолы, рубили иконы, пилили кресты, и колокол сбросили. Не было звона, стонала земля от такой черноты, но стены храма все же устояли. Хоть их и динамитом подрывали, на гаражи и дачи разбирали, святое место водкой оскверняли. Ведь храму был хранитель ангел дан, расстрелянный священник Иоанн. Теперь мы знаем, как молился он, чтоб Троицкий наш храм был снова возрожден. Но время неслось над Россией вскачь. Для душ православных воспел Херувим, и Сухов Евгений, известный всем врач, призвал горожан на расчистку руин. Откликнулись люди, как будто они такого призыва давно уже ждали, и в будни, и даже в воскресные дни порой даже семьями храм расчищали. И были у всех пожелания просты, когда разбирали и мусор, и хлам, что был восстановлен и поднял кресты пятью куполами поруганный храм. И труд не закончился. Волею Божией менялись здесь пастыри. Каждый спешил в строительство и украшение тоже отдать свои силы, частичку души. Наш край Богородский особо хранимый. Над нами Царица Небесный покров, и в добрых делах так для нас ощутимы святые молитвы ее и любовь. И вот он, наш храм, как великое чудо, спасительный в море житейском ковчег. И колокол слышен его отовсюду, он в нас пробуждает и совесть, и честь. И если посмотришь вокруг, то бывает величие его с византийским сравнишь. С волнением в сердце порой забываешь, что в центре России на службе стоишь. Раскрывается купол, даруя надежду, будто ратник в покое, снимающий шлем. Затихают тревоги, терзавшие прежде. Волною носится масса проблем. Все на службе объято сверкающим светом, лучами его полускрыто налой, где распятие положено вечным ответом, воплощением суровости жизни земной. А спасительный свет — украшение храма, золотою пыльцой полыхая окрест, через царственный купол и узкие рамы переходит в звучащий над ним благовест. Восстал наш храм и виден отовсюду, нам согревая души и сердца. Мы верим, что стоять он вечно будет по высшей воле Бога и Отца. Благовеста зов призывный рассыпается окрест. Голос колокола дивный достигает дальних мест. Он летит, пронзая годы, над притихшую землей, через войны и невзгоды, звонкий, чистый и родной.
будет молодых и зрелых и ведет призывно в храм, чтобы в молитвах неумелых обратились к небесам, чтобы Господа просили отвести от нас беду, чтоб с младенчества хранили чистоту и красоту. Был бы только сердцу близким наш земной соборный зов. Загудят в тиши российской тысячи колоколов.